Я все пытаюсь нащупать какие-то очень правильные слова, чтобы вдохновить людей. Они когда-то и вам помогали. Как-то побудить человека на то, чтобы его сердце стало больше, что ли. Чтобы он больше уделял внимание мелочам. Мне кажется, дело совсем не в том, насколько масштабное твое благое дело. Дело в мелочах иногда. То, что ты... Я вот... Я шел просто, и, знаете, я увидел женщину на льду. Я шел в магазин, и я помог ей встать. Она не могла встать. Я не знаю, насколько она была пьяна. Но я помог ей, и думаю, вот, еще плюсик поставлю. Женщине на каблуках очень сложно на льду встать. Я был тоже на каблуках, но об этом я молчу. Все начнется однажды с простого «прощай». Непокорное слово скользнет в тишину. Я любил тебя даже порой через край. А теперь вот за что, все никак не пойму. Ты наденешь пальто и замрешь у двери. Ну, смелее, давай, убирайся к нему. Я же в сердце берег наши лучшие дни. А теперь вот зачем, все никак не пойму. Там в парадной темно, но ни шагу назад. Даже слезы, наверное, здесь ни к чему. Ты была для меня выше всяких наград. А теперь вот ты кто? Я никак не пойму. Потемнело лицо и завяли глаза. Что ж, не буду держать тебя больше в плену. Я так много надежд в это пламя бросал, что теперь не сгореть бы мне в нем самому.